Hey guys, smile. Так, знакомьтесь, новый ZTE Blade, ZTE Blade S6. Модель очень похожа на флагман от компании Apple, iPhone 6. Компания ZTE, видимо, решила не уступать другим китайским производителям и решила выпустить похожую модель на iPhone 6. Новинка от ZTE получила 5-дюймовый HD-дисплей, 64-битный 8-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 615, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карт microSD. Разрешение тыльной камеры 13 мегапикселей, а фронтальная 5 мегапикселей. Используется сенсор от компании Sony. При толщине корпуса 7,7 мм аппарат получил батарею емкостью 2400 мАч. Первоначально смартфон планирует продавать на AliExpress, его цена $250. В этом рекламном ролике мы можем увидеть новые интересные возможности этого телефона.